Где Бейкер? Я ищу большого Митча Бейкера. Кто его спрашивает? Томми Версетти. Версетти, вы не похожи на законопослушного гражданина, поэтому я дам вам минуту. Вам лучше говорить быстрее. Кент Фолл сказал, что вы могли быть заинтересованы убрать безопасность для кабриолета, которую он поставил. Кент Фолл? Этот червь? Неудивительно, что он вас послал. В последний раз, когда он здесь... Что, мои болельщики, поглядим, что вы можете Эй, Версетти. Гугуар говорит, что ты довольно неплохо справляешься с Бэком. Да, сколько еще поручений мне придется выполнить, чтобы приступить к делу? Я очень занятой человек. Если эта битва все уладит, тогда начинай. Быть одним из нас — это не просто драги. Тебе придется стать частью одной семьи. Да, раньше я... Thank you.
Там. Грязная задница Версети. Теперь я хочу посмотреть, как хорошо ты сражаешься за свой кусок. Местная уличная банда совершила ошибку, похитив моего кабана. Возможно, из-за некоторой мужественности или что-то в этом роде. Мы с ребятами подойдем туда и дадим им урок, как надо отдавать уважение. Ну ладно.
вами! Этот псих вернулся! Что случилось? Этот псих не хочет оставить кулак любви! Ты не убил его, и теперь он вернулся. Да-да-да-да-да, дело в том... Дело в том, что надо кому-то вести лимузин. Кому мы доверяем? Теперь этот... Место просто в сотни ярдов от дороги. Лучше взять большую. Эй, Томми, поменяй каналы, дружище. Удивлюсь, если не заболит голова. Смотрите, что это. Эй, Томми, включи эту ленту. Кулак любви. Время загрязнять эфир закончено. Я давал вам шанс стать друзьями. Теперь я даю вам возможность умереть. Попробуйте остановиться, и лимузин взорвется с вами. Задницы. Томми, милый, спаси группу. Меня это утомило. Просто держи педаль. Нам надо найти бомбу. Мы не можем просто ездить весь день. Ох, мы много выпили. А бомба не может быть в двигателе? Нам надо остановить его. Мы все погибнем. Мне надо выпить. Эй, тут очередь. Это не комната выпивки. Убирайся. Эй, тут бутылка водки. Это не водка, это самогон. Ла, оно взорвется. Ла! Мне всегда говорили, что выпивка меня убьет. Я видел такое по телеку. Надо выдернуть один проводок. Какой проводок? Я не знаю. У меня нет взрывчатки. Или скажи что-нибудь. Я сыграю басы в пекле. Томми, давай, едь быстрее. Кто-нибудь сделайте что-нибудь. Эй, умник! Кто-нибудь сделайте что-нибудь. Что это за ерунда? Я видел девочек. Ладно, парень, ты что-то делаешь. Слушай, друг, я играю на музыкальном инструменте, у меня нет бомбы, а Билли может только сосать самогон. Я слышал, что вы хорошо это делаете, эй, той ночью я был с моими девками. Просто дай Билли соломки. Соломки? Это же тур кулак любви. Где мне взять соломки, понятно? Какая проволока? Томми, зеленая, вот зеленая. Или это зеленая? Какая из них похожа на зеленую? О нет, сэр, в картах все кажется зеленым, и я должен выгрузить вас. Капиталист, я тащу тебя годами, заткнись. Большая визжащая девка, да, заткнись и тяни проволоку, которую, эту. Нет, мы не хотим взрываться. Томми, друг хороший, мы можем найти телегу и поехать. Сделать ракету? Оскорбление? Кулак любви! Мы прикончили эту бутылку. Храм Рока. Почувствуй ярость кулака любви. Прислушайся к себе. Это лента из папье-маше. Эй, это храм, и мы жрецы. Так, если детишкам нравится из жрецы, кто я, чтобы спорить? О боже, ленту заживало снова. На таком уровне мы никогда не сыграем. О, черт, мои кишки. Нам надо разобраться с этим. Спасибо, Томми. Ясно, что я говорю. Хороший. Пока.